Кстати, я вот слушал многочисленные интервью ваши перед нашей встречей. Вы, когда перечисляете любимых ваших писателей, ну, Пушкина называете, Гоголя, Мамлеева, Пелевина никогда? Наверное, мое увлечение творчеством Пелевина сосредоточилось все-таки на его более ранних работах. Я ранние работы его люблю, читал, до сих пор у меня о них хорошие впечатления, и даже относительно недавно так по диагонали перечитывал «Чапаев и пустота». Но дальше, вот, Евгений, я честно говорю, я пробовал что-то. Может быть, мне не хватало личного общения с автором. Который мне я бы думал, что-нибудь... У вас с Пушкиным тоже личного общения личного не было, но у меня и история другая взаимоотношения с Пушкиным. Все-таки Пушкин – это то, что, ну, по крайней мере, в моем случае, это то, что вошло в мою жизнь с детства или с юношества. А Виктор Олегович вошел в мою жизнь совсем не с юношества. А может быть, это просто не та волна, не моя волна.